Сейчас сделаем небольшую подводочку. Сегодня день добрых дел у нас получился. Мы уже приехали на море отдыхать. Будем купаться. Сейчас все покажу, как и что. И самое главное, я хотел сказать еще. Сегодня были в магазине, первый раз зашли в этот магазин, что-то как-то до этого не доводилось. Там очень приятная женщина. И там она 1 сентября, самый дешевый магазин в Корсакове. Там скидки больше 70%, поэтому это для тех, кто с Корсакова. В конце ролика он будет, этот магазин. Поэтому все туда. Там 70% скидки, 70%. Это вообще, считай, бесплатно. Там очень все дешево. Всем привет, друзья! Мы снова приехали на отлив, но хочу показать немножко другой вид. Как он смотрится с сопки, с горы. Мы тут объехали. Сейчас приближу. И поздоровалась. Всем привет. Вот там трактор что-то делает. Вот пароходы наши, где мы ходим. Там тоже вон кунга стоит что-то. Вон частная яхта, по-моему. Здесь, по-моему, лучше видно. Угу. Там порт наш. Вот с той стороны мы заходим как раз и вот так вот идем вдоль. Проходим все эти пароходы. Вот так, чик-чик-чик. Ну, отлив уже начался. Хороший, видите? Сейчас пробую приблизить. Штормит уже 5-й день. Можно видеть, вода может быть мутная. Ну что, поехали? Тут сразу у нас лес, грибы, все, что хочешь. Кстати, лайфхак. Когда горбуша идет на Сахалине, когда шиповник уже красный, тогда горбуша уже хорошо идет. Когда он уже начинает цвести. Еще хотел сказать, забыл там, что-то это с головы вылетело. Не все идеально получается всегда. Не всегда. Это. Вот здесь вот на этом месте было бы круто сделать пляж в Корсакове. Убрать эти все пароходы, распилить их, вывести и нормально сделать пляж. Как бы будет очень круто и удобно для корсаковцев в Корсакове. Потому что пляжа у нас нету. Только дикие, так сказать. Кстати, ребят, мы в этом же лесу, короче, но решили поесть клубники, приехали, потому что есть и клубника, и брусника, и грибы в этом же лесу, и шиповник. Не досозрела еще, но... Да, давай, нас ешь. Дикая, наверное, вкусненькая сразу. Нам надо ехать на отлив, мы там много не насобираем, пойдем дальше посмотрим. Вот кусты и малины потихонечку только начинает, она у нас это... цвести. И клубника здесь, и брусника, еще раз повторюсь. И шиповник, вот малинка, да? Ага, по красоте красивая, давай. Опа, потеряла, мимо рта. Еще одна. Также вот так вот просто заехали, и все, сейчас клубники, малины наедимся. Перекусим, короче, и поедем дальше на отлив. Можно, в принципе, еще бабков быстренько насобирать, но мы что-то это, не взяли нож. Или взял, и надо будет посмотреть. Все, короче, на Сахалине есть. Это вообще рай, просто рай. А тут уже ходили, ободрали. А, ходили? Да. Ну, мы походим, ладно, чего уж. Так, пошли, вот здесь. Туда. Куда? Вот туда, а потом вон туда. Вон туда сейчас жена пойдет. Там тоже много клубники, малины, ягод, всяких разных, а я пойду в другое место. Вот, ребят, клубника есть. Ее, в принципе, хватает здесь. Сейчас, как говорится, коза загоним и включимся. Вон, жена возвращается. Ну, там есть малина? Есть? Я здесь тоже немножко уже собрал. А здесь прям кусты замяты, тут уже был, дорогая. Ну, там есть. Фамиленькая, но она есть. Слышишь, как здесь никого, как птички, этот, нет. Все здесь. Букашки всякие. Да, конечно, есть. Куда никуда не поедешь, везде все есть. Ладно, поехали на отлив, опоздаем. Вот, нашли. Здесь редко встречается, если я не ошибаюсь, кинокардиум. Вот это вот. Ракушечка такая. Вот снова устрицы. Не знаю, будем брать, не будем, но устрицы нашли. Может быть, возьмем. Да. А вот еж, подойди поближе. Смотри, какие у него есть.
фокус сделай с реки. Все время открываю его. Мощные, да? Ох ты, схватил. Видишь? Угу. Так, сейчас проверим сразу, есть в нем икра или нет, потому что сейчас же сезон, они уже, по-моему, скоро будут без икры. Поэтому, чтобы не набирать просто так, проверим сразу. И, кстати, как я говорил в комментарии, спрашивали, какая вода, чистая, морская. Вот сейчас вот штормит уже, какой день. Сейчас покажи, видно вообще, нет? Вода мутная. Я даже не знаю. Ничего, ну. Вода вообще мутная, я даже не знаю. Видишь, уже наполнение маленькое. Угу. Воды. Есть наполнение маленькое. Вообще прям. Не такое, как раньше. Про что я тебе и говорил. Поэтому, хотя сегодня просили товарищи, друзья, ежа насобирать. Мы знаем, где его насобирать, но вода мутная. Не уверен, что сегодня получится собрать ежа. Кинокардиум мы отпустим, а устрицы возьмем. Пойдем посмотрим, что дальше есть. Есть. А вот морская капуста, которая очень много витаминов. Вот мы ее прям так возьмем для подписчицы. Так сказать, короткий обзор сделаем. Сегодня ради нее поедем на дачу не нашу, но знакомых, родственников. Я ее развешу, она будет сушиться, вот, потом покажем, что дальше с ней делают. В принципе, что, со свежей также порезал ее, отварил, да, что там еще надо? Сварить, порезать, она тоже и все, да. Слизью покрывается очень сильно, надо хорошо промывать, в общем, и все, можно в морозилку, достал сколько тебе надо, чик порезал, приготовил, сделал салат, ну, все, что там, как бы не особо там. Если надо, прям, чтобы там подробное видео, если прям надо, то пишите, ставьте там плюсики или чего, чтобы понимание было. А мы будем дальше искать, где есть нормально место, где можно пособирать. Действительно, вода сегодня вообще просто мутная. Короче, ребят, смотрите, какая вода. Ну, просто мутная сегодня. Но при всем при этом, нам надо насобирать ежа. Вот он. Крупный, хороший, потому что людям он нужен. Не приходится вот так вот лазить. Потому что здесь такая коса небольшая. И его выкидывает прямо сюда. Стой, пока, подожди. И вот таким способом. Вот еще. Идешь руками. И если тебе вот еще. Если надо собрать, то приходится так. А гребешка. Я сегодня ехал за гребешком. Я не уверен. Ах ты, уже прицепился, представляешь? Я не уверен, что мы сегодня насобираем. Так как вода совсем мутная. Вот. Ага. Надо все проверять. Понимаешь? Да. Короче, лепестка сегодня не будет, ребят. Вот отлива, ну, как бы рой. Потому что вон морские звездочки. Потому что бывает, шторм приходишь, здесь столько всего, целые поляны. А бывает, приходишь, даже зайти не можешь. Вода мутная. Стой! Улыбнись. Ага. Вода мутная. Поэтому вот сейчас зашел, руками пособирал, сейчас будем перебирать, какой-то берем, какой-то не берем. Сейчас я его, пока все в ведро кидаю, вот я. Вот гребешок, ой, гребешок, господи, ежик. Ого, вообще. Поэтому как бы так. Вот это красавчик. Ого, у него такая пляма. Офигеть. Спасибо, кстати, за поддержку. То, что смотрите постоянно. Нас все больше и больше. И советов все больше и больше, кстати. Я все читаю и на каждый комментарий стараюсь отвечать. Только вы знаете это.
хейтерам, там еще кому-то, кто чисто вот, ну, негативит по жизни, пишет гадости. Знаете, как будто я фильм снимаю, и небольшое слово не так или что-то это, сразу готовы это казнить, расстрелять и так далее. Вот. Это жизнь. Мы не идеальны все. А, молодец. Короче, сегодня выпуск съезжа чисто, потому что у нас заказ сегодня ежа надо собирать. И дедушки, дедушка приболел. Еж ему, кстати, очень хорошо помогает. Представляете? Вот так несу ежа, а у него здесь очень такие щупальцы конкретные. И видно будет, не видно, сними этот палец. Смотри, дырки, видишь? Ого. Вот. Я не знаю, видно на камере, нет. Он меня чуть не пропустил. Это. Я видите, что? А я, получается, вот так вот, вот он, понимаешь, выпучивает. Я, получается, вот так вот держу, слышу. О! Представляешь, забылся. Он думал, ты добыча. Я вообще в шоке. Вот. Поэтому надо будет еще раз всем развести, всех угостить. Вот. Как-то так. Жена у меня успокоиться не может. Тапок? Да все, поехали, по коням, хватит. Ладно, покажу тогда. Вид здесь. Красивый какой. Сопки, горы. Вот там, кстати, мы где-то снимали, как раз таки оттуда мы спустились. Что? Там, кстати, мужики что-то делают. Сейчас поближе подойдем. У жены есть предположение, что они делают. Пилят металл, а вот эти не знаю, что. Что, все, побежали? Да, пойдем домой, я все выкрою. Я вот там, короче, стою, а там вот как он, камень большой. И оскалы, волны, так, я стою, на меня эта волна, оп, я чуть назад не слетел. Да ты че? Да не, пойдем так же, пройдем. Я не хочу по грязи. Я думаю, по камушкам пойдем. Давай пройдем. Ну по камушкам, ладно, по грязи не хочу. И кстати, покажи свой палец. А, хотя YouTube можешь не пропустить. Попросил жену это. Я говорю, дай ножик, проверим этого ежика, потому что наполнение уже не стопроцентное. Поэтому как бы скоро он отойдет. Я говорю, посмотрим, будем вообще собирать его сегодня или не будем. Она говорит, ну давай посмотрим. Достает мне нож и режет палец. Ничего смешного. Вот так, все, о, больно. Ничего смешного, пришлось в машину бежать. Вот мы ежа насобирали. На угощение всем. Хватит. Себе вообще ничего брать не будем в этот раз. Мы хотели... Я себе большие возьму, штук 5, наверное. Так, чисто. А вон яхта огромная. Ага. Да. В прошлом году приходила яхта. Писали в газете, 430 миллионов долларов стоит, не знаю чья, и вот еще одна такая же. Там тоже вертолет стоит на ней, площадка всякая, ну такое. Че, пойдем? Так, вот мужики работают. У жены есть предположение, что они делают из бочек. Что они делают? Плот какой-то, там же и на плот будут ставить железо, вот это, которое стоит. Это как мертвые... Кладбище кораблей, это море у нас называется, потому что здесь одни такое кладбище. Класс, сказал, кладбище мертвых кораблей, первый раз такое слышу. Серьезно? Да. Ты что, ну, в общем, об этом так говорят? Да? Здесь кладбище кораблей. Ладно, пойдем дальше. Что ты скажешь на следующем? Сейчас метров 500 пройдем, там мужики, по-моему, металл собирают. Кстати, ребят, вот этот вот морской виноград и морскую капусту. Вот видите, сколько их здесь? Люди ходят, тоже собирают, и неплохой бизнес у них получается. Они ее продают, готовят салаты по магазинам под реализацию, как бы. Вот вам лайфхак тоже. Как жить и не работать на Сахалине. Ну, это все относительно, конечно, не работать на Сахалине. Это надо посвятить себя полностью. А вот, кстати, вон там вот мы были, на той сопке, на той горе. Вот. Там вдалеке мужики что-то пилят, вроде металл. Сейчас поближе подойду, покажу. Кстати, ребят, вот этот вот
морской виноград и морскую капусту. Вот видите, сколько их здесь. Люди ходят, тоже собирают, и неплохой бизнес у них получается. Они ее продают, готовят салаты по магазинам под реализацию, как бы. Вот вам лайфхак тоже, как жить и не работать на Сахалине. Ну, это все относительно, конечно, не работать на Сахалине. Это надо посвятить себя полностью. А вот, кстати, вон там вот мы были, на той сопке, на той горе. Вот. Там вдалеке мужики что-то пилят, вроде металл. Сейчас поближе подойду, покажу. Ну, моя жена катается, блин, на велосипеде. Видно плохо. Нашел велосипед. Оставь, пошли! Хватит играться! Есть. Встретились с людьми. Встретились. Люди приехали из Иркутска. Отдыхать приехали, завтра улетают. Тоже, послезавтра. Тоже ходят на отлив. Вот собрали чуть морскую капусту. Сейчас жена все объяснит. Да, морскую капусту видели только в банках, в консервах. Не, я пробовал в консервах. Вот такие есть ушки. Вот мы видим, что раковины разбитые. А они здесь разбитые, там вот поглубже заходишь по поясу, там вот они это. Хотите такие, возьмите, попробуйте. Посмотрите, да, в интернете, как они это. Держите. Спасибо. Как их открывают. А я думаю, давайте мы вас купим. Не, не надо. Не надо, вы что? Мы просто угощаем. Спасибо. Еще попробуйте. Я не знаю, понравится, нет, давайте. У нас там ребенок еще в этом, в Южно-Сахалинске, с папой остался. Мы вчера ходили в аквамарин, он ногу повредил. Ого. Ну, немножко отбил. И говорит, я не могу, я, говорит, хромаю. И не поехал с нами. А мы тут так, на такое место набрели, вообще так здорово. Ребенку здесь так интересно. Мы-то вообще первые. Я говорю, у нас Байкал, но покажи, там просто песок. Ага. А, да? А такого-то нет, для нас это вообще дико, да. Дай подержу, ты возьми, прополосни его, дай на нож. Не, ну так-то, конечно, интересней. Да, намного. Мы пошли, я говорю, вот здесь вот зашли, мужчину встретили. И он нас сюда привез. Показал куда, да? Вам, говорит, на пляж, мы говорим, мы хотим вот это все посмотреть, море, чтобы вот своими глазами увидеть, потрогать. Ну, да? Здесь, видите, здесь ремонт, что-то идут, пароходы вот что-то убирают. Надо было или в Пригородное, или на Бусе. На Бусе очень хорошо, там и люди купаются, и все. Узнали бы, надо было вам это, нас пораньше встретить, мы бы показали все. Сейчас попробуйте. Ну, потому что он просто полезный, его по-любому надо есть, а мне он не очень нравится. Я только из-за витамина его ем. Да. Нет, он бывает побольше, потому что сейчас. А мы тоже одного нашли. Сейчас время такое, наполнение меньше. Это икра. Я не хочу, я икру мало вообще-то не люблю. Просто витаминов много. Но мне не нравится он. Интересно. Сладковатый, да, такой? Да. Главное промывать не в пресной воде. Не под краном. В пресной воде промоешь, не то. Ну и как вам? Вкусно. Нормально? Ну да. Для кого-то, да, вот это смотрит, вот это для кого-то деликатес, здесь пошел, вон набрал целую кучу. Все снимай, потом выбери. Смотрели обзоры, и вот тоже смотришь, что местные ходят вот по таким же, как это? Мой. По морю. Так интересно, я говорю, нам бы там побывать, и приехали, и набрели на это место. Жалко, что нам послезавтра уезжать. Ну да, так бы мы было здесь, лучше ходили, смотрели. Ну мы же Южно-Сахалинске. На Ниву вот съездили, там покупались. В следующий раз вы просто бы, если бы знали, написали бы заранее. Так бы показали бы где-нибудь какие-нибудь места более такие. Здесь-то так и вот. Хотели снять машину, съездить на бухту Тихо, ну что-то какие-то условия. Да? Ну, может, что-то побоялся. Вот, ну вот это вот, отрезаем вот это боковые, как обычно. Вот ее отрезаем. Вот так. Она ест сырая. Вы можете ее... Эту не надо. Да, которую вот он сейчас спинку вам порежет. Думаю, вот так вот обрежете. Выкиньте. Здесь долго будет. Вот и все. И вот так вот полосочками. Ну ты рецепт объяснишь, да, после видео? Да. Это, для видео. Она объяснит это все. Заберете и... Я не знаю, как она подскажет сейчас. Потому что жена готовит обычно это все. Давай я подержу.
А мы еще ее, вот эту я взял тоже. Люди. А нам скажите потом выйти, нам сказали на какую-то остановку, да, на единичку. Да, сейчас вместе пойдем. Да, ну пойдем. Да. Или вы здесь еще будете? Да вот я не знаю, все, мы будем еще. А, будете здесь? Интересно. Да, конечно. Вот, в общем, вот там мы вот заправка. Да. Желтая, видите? Объясняем. Да там сразу прямо идете. И вы, только вы на, если вот вы на той стороне сидите, и туда нет. Вы уезжаете, если вам туда ну вот вам надо садиться либо на 333, либо на 115. А, ну да, мы на нем на 115 не приехали. Ну вот так и так и уедете. Вот бин. Прям там, да. Ну посмотрите, автобусы есть у нас утра, но если единичка ходит, четверка ходит. Да, у нас чисто по Корсаку едет. Да можно зайти, спросить у кондуктора. Вот бензоправку проходите, налево там сразу две остановки. На автобусе написано. На автобус подъезжает, там написано. Корсак от Южной страны. Прям с этой стороны. Да. Главное, пакетов возьмите, чтобы это все упаковать. Да, мешок остается вам. У вас и не пустят. Текет же. Как хорошо, что мы вас встретим. А если надумаете сейчас идти, мы бы подвезли бы куда надо, если что, по Корсакову. Спасибо большое. Так вы нам вон сколько. Да, ну мелочи. Спасибо. Все, спасибо, до свидания. Сегодня, кстати... Приезжайте к нам на Байкал. Хорошо. Сегодня, кстати, день добрых дел. Мы вот это все собрали тоже раздать, ну, по друзьям. Все, спасибо, до свидания. Все, идем по берегу. Не можем выбраться. Ё-моё. Уже... Устали идти, особенно я с ведром. Ну, главное, Наталье помогли. Капусту насобирали, устриц дали, ежиков попробовать. Вот. Номерами телефонов еще обменялись. Если что там подсказать, объяснить. И сами пытаемся выбраться отсюда еще. С Иркутска вот люди стали больше приезжать на Сахалин. Вот мы на старом рынке. Здесь вот магазинчик такой здесь. Скидка 50%. 50% скидка. А уже 70. Для нас уже 70. Для всех, кто придет. На 1 сентября получается это. Большой выбор одежды детям собираться. 70% скидки. Кто успеет, тот заберет. Так, держите. Спасибо. Здесь, спасибо. Здесь я разный. Как, что собрали, что получилось. Спасибо. Вообще. Ой, такой. Ну ничего, люди сейчас привыкли. Вот. Где мы здесь смотрели? Дешевле надо, да? Они сейчас ходят и ездят. Да, смотрят. Дешевле, да. Вот да, здесь. Ну в Корсакове это самый у вас дешевый магазин. Белые и красные этажи. Тоже такой же вообще, да? Угу. Не ваша? Нет. Нет, да. Самый дешевый. Это... Ботиночки вон там дешевые. Все есть. В общем, приезжайте пока. Сейчас я покажу. Пока открыто еще. Пока есть скидка 70%. Вот здесь. На старый рынок заезжаешь. И крайний магазин. Женщина очень добрая. Позитивная. Походи, походи. Вон дочка на даче отдыхает. Вот так, в общем, капуста вешаешь, недельку высыхает, потом сворачиваешь ее в клубочек и все. Или в марлю, там, в мешочек и все. Потом достаешь ее и готовишь. Все, короткий обзор. А, да ты что? Вот дача. На даче хорошо, теплички, огурчики, помидорчики, лук. Горошек. Да что-нибудь свежее, это ешь хоть здесь? Ну да, горошек. А клубника? Клубника уже все. Да? Да. А, вот этот, крыжовник еще. Жена уже козла загоняет, да, так называют. Надо крыжовник где-то собрать. Ну, горошек еще. Потом попробую дома, дочь дала. Шестер, что, софийки собираешь? Кстати, да, у нас ребенок еще кружовник ни разу не ел. Помогаешь, дочь? Да, ты не по одной. Давай. Вот так вот. Когда свой участок есть, это круто. Вон, цыплятки у нас.
курочки. Курочки, цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Тут, по-моему, 5 или 4 петуха. Да ты чё? Угу, растут. Ну давай! Какие волны? Да какие страшные волны? Ты Сахалинка коренная, ты чё? А ну давай, заходи смело! Давай, давай! Люди ждут! Да ладно тебе! О-о-о! Да ну нормально, держись. Ох, какой накат! О-о-о! Смотри, чтобы волной тебя не снесло туда. Ох, господи! Боишься? Ну ты что, Сахалинка или что? Чего тут бояться? Тут делать надо. Не может решиться. О, вроде пошла. Все, все, все. Ох, волна, сейчас ее. Я говорю, вот так вот штормит уже 5-й день. Людей много. Но здесь поменьше, конечно. О, ничего себе, чуть меня не снесло. Аккуратно. Где зайка? Зайка, давай. Давай. Я только твои волосы видел. Я не успела, блин. Блин, у тебя голова мокрая. Волна опасная штука, да? Ужас. Расскажи свои ощущения. Ужасные. Выбегай быстрее. Трусы не потеряй. Я, короче, потонула. Чего же у меня вот так? Я вот там выворачиваю. Теперь он решил испробовать волны на прочность. Ой, блин. Вода очень хорошая. Ну, ничего не слышно. Страшно. Волны страшные, конечно, прям вообще. Да, поснимала тебя. Да не, ну все равно. Страшно, да? Нет, знаешь что? Ты меня снимаешь лицо тоже, точно? Да. Волна в ноги бьет и больше не чувствуешь. Там как будто закапываешь. Да. Обычно в этом месте. Да, это хорошо, грубо говоря, гребешка. Вот так вот, по поясу. Громче. По пояс заходишь, встаешь и собираешь гребешка. Но сейчас что-то нет, я встал, посмотрел, нету вроде. Ну ладно, пойдем. О, зашел в воду, я не смогла. Купается, блин, я боюсь. Такие волны, мне кажется, я утону. О, молодец. Ой, ну волны страшные, конечно. Ой-ой-ой. Ну вообще молодец прям. Все. Собираемся. Домой. Ребенка с садика тоже забрали. Он это радостное. Погуляла, побегала тоже. Домой поедешь, Собачка? Да. А на море все штормит, все штормит. Жена, я тебе помог, но я это одной рукой держу свои полотенца, чтобы не упало, не дай бог. Папа, пошли. Летит на крыльях ночи. Вот так вот. Сейчас ноги сполосну и все, и можно ехать домой. Все, ребят, сегодня мы завершили свой отдых. Короче, сегодня купаться больше не будем, потому что так получилось, что это, как сказать, ну трусы по швам разошлись, короче, порвались, и не могу больше купаться просто-напросто, вот и все. Как зайти? Людей много.
Поэтому я думаю, ролик вам сегодняшний понравился. Оставайтесь позитивными, добрыми. Вот и все. Все делайте от души всегда. И ни о чем не парьтесь, не переживайте. Все будет.